Всем привет, доброе утро. Ну, даже немного не совсем. 17 июня 23 года, Москва, Нагорная. Никак не могу на работу добраться. Еду уже, короче, объявляют нам по дороге, что поезда идут до Нагорной. В центр не идут метро. И тут начался этот бардачина. Объявили, что будут автобусы по линии метро. Ждали, вот стоим, никто ничего не знает. Главное, объявляют в метро: добирайтесь типа сами, как хотите, наземным транспортом. Вот тут сейчас какие-то подошли. У меня напарник еще. Блин. Ща. Да, Сань. Давай, выходи, тут автобусы подогнали. Может быть, на автобусе уедем. Говорит, они пойдут по линии метро. Ну, вышел, вышел. Так, а ты вышел куда, налево или направо? Ага, давай еще раз сейчас налево крути. Я здесь сзади стою. Да, да, сзади выхода. Видишь, синие автобусы вот здесь вот сейчас подгоняют, длинные гармошки. Ну вот-вот, здесь я прям напротив, увидишь меня. Сейчас попробуем, может быть, на автобусе уедем. В общем, вот такая вот... С одной тут женщина скоперировалась. Он только муж ее забросил. Она ему звонит: забери меня отсюда. Таксисты. В общем, тут пипец что творится. Цены, конечно, уже сейчас на такси. И вот бардак такой. Никто никак уехать не может. Все на работу опоздали. Где он? Напарник-то мой. Ну, теперь начнем друг друга искать в этой толпе. Хер его знает. Тут ехать две остановки. И главное, обманывают еще, блин. Сперва ехали. Вот он, здорово. Нам в ту сторону. Вот они, автобусы. Ну, нам в ту сторону. Не знаю, там какой-то хрен сидел. Я спросил, он говорит, вдоль метро пойдет. Да, ну нам надо же. Нет, он их повел куда-то вон туда. Сейчас узнаем. Здравствуй, столица. Здравствуй, Москва. Спасибо вам, мы на автобусе. Счастливо. Так, где? Вообще, знаешь, Саня, достаточно... Интересно, блядь, кто мне деньги, блядь, вернет нахер. За, как и всем вот этим вот. Давай сейчас пройдем, там спросим. Блин, пипец. О, бардачина. Никто ничего не знает. Я подошел еще на Нагорной. С метро там парень стоит. И говорит: братан, че, ё-моё, блин. Он: да, говорит, херня, бля, поезд, говорит, сломался, говорит. Сейчас, говорит, отгонят. Все такие: ну ладно, подождем. Еще три. Куда мы прям сюда? Куда? Вот сюда, сейчас просим у этого. Сейчас. А где сейчас на метро-то? Короче, вот такие вот дела, блин. Вот они, эти автобусы подали вроде бы. Но они почему-то все закрыты. Откуда идут? А, вон, наверное, вон оттуда. Вот, о, о. Где посадка? А где посадка-то? Здесь будет, проходите. Ага. Этот сейчас отъезжает, этот подъезжает. Он хоть кого-то прислали, кто-то что-то хоть объясняет. В общем, вот такие вот дела. Вот такая нынче Москва. День сегодня классный, погода стоит. Слушай, если двери не открылись... Уже с утра жарит, градусов по 30 будет. Это электробус. Нагадинская, Курская, Черноморская, проходите,
центре. Поехали. По всему закрытому участку. Приходите побыстрее на посадку. Едет Нагатинская, проехали. Нет, стой, это сумку постой. Нас утро встречает прохладно. Ага, ты уже там местечко забил? Опа. Страна знает своих героев. Проходите. Нагатинская доедете, проходите. Что? Дудская. Да. По всему закрытому участку. Ой, ты можешь спросить его? Нагатинская, Тульская, Сипутовская. Нагатинская доедет? Он говорит, блядь, переспрашивает. Тульская, закрывай дверь, поехали. Блять, а что они народ прирать? Вообще, блядь, на Нагатинском дороге, что ли? Он, блядь, там его выслушал. Блядь, и спрашивает опять. Блядь, это... Ну, блядь, а русский? Ну, медать ему, мутюгальник пусть он. Да почему он один тут бегает, блядь, бедолага, как он прислали? Могли бы просто, ну, громкой связи объявить, поставить двоих, кто там направляет с выхода людей, да, вот, идите, проходите туда, там посадка на автобусы. Никого нету вообще, всем похеру, блядь. Да, ну хоть на, ты был на Нагатинской когда-нибудь? Не был? Ну, самое время побывать, ёпт, видишь, как, какой случай представился мне. Да. Это... Пипец, там все носятся. Все на работу опаздывают, уже опоздали. Да и мы как бы тут. Да деду позвонить, бля, это начнут. Или сейчас там начнут. Так, ладно. Вон, москвичи. У нас, да, москвичи и гости столицы. Ладно, всем пока. Вот такой сегодня видос на память. Я думаю, все-таки мы доберемся на работу. Вот эта неорганизованность когда-нибудь приведет. И напоминает тогда, когда были в метро тогда хлопки в свое время в Москве. Людей вытаскивали, блин. А таксисты залупили в 5-6 раз цены, блин. Вот. И сейчас вот похожее было. Знаете, как перехватывают такси на заказ, который предлагают деньги, то опаздывают, видимо. Вот, те снимают заказ и, ну, так, что у нас там? Улица Веденская. А, они сняли, видимо, автобусы эти с маршрута. Ну, всем пока. Вот такое сегодня утро, 17 июня. Трансляция в записи.